Hadi, hadi aşkım. Kim güçlü? Hristos vaskres aşkım. Bak. Какой довольный. А ну я сейчас. Что солду? Hadi. Ben şimdi. Kırdım ben. Ben şimdi başka tarafta. Ben sağlam yeri tuttum. Aferin senin. Hepsini kurabilirim. Христос воскрес! Воистину воскрес! Мои подписчики, поздравляю вас со светлой Пасхой, праздником. Мы с мужем решили погулять, форум походить, ну, где-нибудь, ну, не на набережной. Так что желаю вам крепкого здоровья, мирного неба, счастья, благополучия, процветания во всех ваших делах. А мы пошли гулять. Весна пришла, уже чувствуется, мои дорогие друзья. В автобусе так было переполнено, конечно, воскресенье. Все идут в форум. Ну, не знаю, мы хотим посмотреть обувь. Кое-что еще, много чего. Просто походить и покайфовать. Может, ведь, знаете, в Мельсине такое самое нормальное место для прогулки – это форум. Сколько людей идут куда-то. Идут куда-то люди. Вы видите? Мы тут присели с муженьком. Люблю это место, но очень устаю. О, какая машина. Thank you.
сейчас мы в таком магазине, посмотрите. Кочетаж, мне очень нравится. Вы помните, я когда-то вам показала цветочки. Сейчас мы придем к ним. Море цветов. Что-то у меня с камерой, не могу понять. Так, посмотрим цены на цветы. 200. Вот эти по 500. Обходили мы весь форум. Вот эти по 200 монстеры. Вот это вот у меня само выросло. Кажется, знаете, что это? Похоже на авокадо. Так, вот это вот красиво, мне нравится такое что-то. Земля по 120 лир. Ого, это что такое? 120 лир. По 80. По 52 мы. Берем дешевые. Не знаю, мужа потеряла. Люблю я такие вещи, а вон мой муж что-то там выбирает. Понятно, что. Дизайн, да? Красота. Орхидея 270. Так все подорожало, так все подорожало. Мои дорогие. Техника, обалдеть, какая дорогая. Все дорого, все дорого. Это что? Подушки 140. А вот и я, мои дорогие друзья. Проходим со Шкевом, где очки. Посмотрите, какая прессант Лорен Толфорд. Цены не вижу, боже. Я хочу такие. Я хочу такие. А эти золотистые какие, смотрите, классные. Вот какие. Сколько цена стоит, тут написано или нет? 15, 13 тысяч, друзья мои. 13 тысяч лир. Это 1000 евро. Обалдеть. Вот эти ничего, да? Вон, блин, Гуччи, Гуччи. Гуччи тоненькие, тоненькие. А это Эхо Парк какая-то. Ой, короче говоря, Хлоя. Вот Хлоя. Красота. Гёс Групп Оптик. Села я. Афишкента покупает жидкость для компьютера, экрана, для телефона. А я вам поснимаю, как здесь переполнено все. Кто разделся, кто одетый ходит. Я ничего не хочу, только мороженое. Какие классные шмотки. Может, там скидки есть? Посмотрите, там написано, в принципе, скидки 50%. Красота.
хочу показать вам обзор обуви в Деремот. Сколько это стоит? 2000 лир. Вот это тоже кожаные, мягкие, какие хорошенькие. Но они не совсем кожаные, замша идет. Это почем? 1600. Так, вот такие вот есть еще сумочки интересные. Сумочки, знаете, какие? Мне кажется, их так раз взять. Сколько она стоит? 1000 лир. Белые, черные. Так, а мне здесь что понравилось? Что хочется серьезное и непонятно какое. Вот знаете, вот я смотрю так на обувь, вот прям нет такого, чтобы раз и сразу мне что-то очень сильно понравилось. Хочется, чтобы удобно было. Вот эти мне понравились очень. Они стоят 2000, кажется. Да, 2000, очень понравились вот эти. Вот эти. Как вы думаете? Ну, они не для меня, для более такого возраста. 1300 почти. Вроде бы здесь много магазинов, но нет такого, чтобы... А, это мое, да? Хочется такие более открытые. Открытенькие хочется, да? Вот эти 1500. Видите? Деремот. Так, что мне еще здесь нравится? Какие каблучки чище, видите? Эфендимашка, вот. Ура, ура, мы дома, друзья. Еще мы зашли в Манав, купили вот такая свежая клубника, 30 лир килограмм. Правда, вот одна испорченная, ну, может, еще будет испорчена. Вот этот баден, 50 лир килограмм, апельсины 15 манави, 15 лир килограмм яблоки. А также я хочу поделиться с вами радостью. Так, мы зашли в Юзбир, одна из моих знакомых мне написала в Ютубе под видео, она из Мерсина, что в гречку в Юзбире есть по 28,90. И вот она. Только было две пачки. Полкило. Так что купили. Больше не было, а то бы еще бы купили. Вот купили газос. Сейчас будем кушать. Буду готовить что-то, ужинать. Вот такой вот у нас день получился. Так, взяли вот эти конфеты, они 50 лир. Вот это трюфеля. Ну вот, мои дорогие. Всем добрый вечер и приятного аппетита. А я пошла работать. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.